анонс и точная дата выхода нового 12-серийного сериала «Акушерка». Премьера нового сериала стартует на телеканале СТБ с 20 апреля. Сюжет сериала. Акушер-гинеколог Татьяна Скворцова посвятила свою жизнь помощи роженцам и новорожденным детям. Она не боится брать на себя ответственность в сложных случаях с беременными матерями. К ее мнению прислушиваются, ведь врач спасла уже многих за свою карьеру. Сейчас она работает главврачом клиники, но продолжает принимать роды и вытаскивать буквально с того света пациентов, столкнувшимися с серьезными проблемами. Однако из-за работы она мало времени уделяет своей семье. Ее больше интересуют анализы больных, чем личные отношения с супругом. Она даже забыла о его дне рождения и не знает, что муж закончил очередную книгу. Но Татьяна ничего с этим сделать не может, ведь от нее порой зависит жизнь и матери, и ребенка. Однажды жена состоятельного бизнесмена решается рожать не в больнице, а у известной знахарки. Но что-то идет не так. Роженица умирает, но во время подоспевшая Скворцова успевает спасти только ребенка. Но руководство больницы под влиянием мужа погибшей отстраняет врача от работы. Ее винят в смерти женщины, да еще в отношениях с мужем наметился кризис, что грозит разводом. Сможет ли героиня справиться со всеми напастями, сохранить семью и восстановить свою репутацию? Все это мы сможем увидеть уже в новых сериях сериала.